вышла на улицу, иду на остановку, а тут все долларами усыпано. Гляньте, что делается. Как хорошо живут люди в Питере. Понятно, что это не настоящие, они бы так не размокли. Да и вряд ли кто бы оставил валяться столько долларов. Прикольная погода. Солнышко то выглянет, то спрячется. А дождик все равно идет мелкий. А я сегодня... Я вчера один магазин прошла с этими трубами. Вот. Хочу сходить туда. Там тоже что-то для рукоделия. Посмотреть. Может, что путное есть. Да уже бы я и купила инструмент. Потому что мне еще быть тут неделю. Шарфики-то я делаю, но только концы. Вот, и уже хочется делать. Столько материала у меня накуплено. Просто руки чешутся. Так, вот автобус идет. Хорошо, а то обычно его все-таки ждать приходится. Ну, недолго, но... И дождик начался. Да что такое-то, а? Неохота промокать. Кругом корешку продают. Кругом. Ах, старые киоски. А может, они не такие старые, сколько грязные. Так, надо идти. Ой, тут с этим ремонтом вот этой теплотрассы кошмар. Обходить надо где-то вон там. А, вон где люди ходят. Ой-ой-ой. Я в прошлый раз пошла там вдоль дороги и поэтому магазин прошла. А уже на обратной дороге возвращалась, уже не хотелось заходить. Уже устала просто нога. Вот. А сегодня, думаю, нет, надо сходить. Ну, надо. Хотя, миленькие мои, у меня уже две огромные сумки. Тяжеленные. Ой. Ну, потому что бусин, камней этих, они же тяжелые. Капуста, кабачки, помидорчики, орехи вон грецкие, 300 рублей, зеленушечка. Рублей три штуки, но они какие-то очень слишком светлые, зеленые. Но на обратной дороге надо взять, попробовать. Ну что такое 100 рублей? Ну тут, конечно, больше для шитья. Надо мне, кстати, посмотреть тесемочку. Так. Ленточки, кружавчики. В общем, ничего там нету, там в основном для шитья, и то цены просто вообще. Вот, а из фурнитуры для бижутерии
швензы дешевые, вот эти самые дешевые. Ну и все. Ну и что вот делать, ну? Поехать на Народную улицу съездить. Дождик, блин. Так, сейчас я подумаю. Ну, зашла в рынок. Не знаю, чего тут. Я тут не была никогда. Посмотрю, сейчас похожу. Канцелярия, книжки, кружки. Тихо, господи. Какие хорошенькие. Маленькие. Магнитики. Ой, тут книг сколько. Ну, 300 рублей почти. Да, фикс прайс рулит, конечно, по ценам. Русалочка. Заготовочки. Прищепочки всякие. И со шляпками, и с кошками. Ой, наклеечек-то каких только нет. Вот такие детские. Собачушечки всякие. Италия, Испания, Франция. Хорошенькие, ага. Так, надо подумать. Booking. Сережки 120 рублей.
Целая куча. Сколько цветочков-то. Вот фикус-то у меня дома. Не погибнет ли на улице? Ну, дожди-то идут, может, ничего. Сколько цветочков. Девчонки, все распродажа. Все распродажа. Вот там буквально там 3 дня осталось. Просто вот. Все, посмотрите. 146, 129, 39. Я вон накупила. Ну, а что мы толпой не съедим, что ли, за 3 дня? Съедим. Индейка копченая. 39 рублей. Но мне кажется, это уже, наверное... Нет, такое... Мне это и нельзя. Просто вообще... Сколько же продуктов, сколько магазинов и сколько продуктов. Вообще. Какие помидорища огромные. А и цены вам. И... Ой, и 400. Ой. Так, а что я хотела? Ой, и тут-то. Ой. Так, это что? Чего только нету. Так, а я решила... соляночку приготовить. Ребята у меня любят соляночку. Вот. Взяла огурчиков. Колбаски в полцены. 129 рублей. Она до 5 мая. Ой. Ой, моя любовь. Так, иди-ка, Люба. От моей любви. А это что такое? А, ариет. С сыром и оливками. И с крабом. Вон еще, видите, было 145, стало 49. До 20 мая. Так, кефир у меня есть. Так, мне нельзя в такие магазины. Нельзя, тут одни распродажи. Посмотрите. Вон колбаса была 1100, стал 400. Ой, хамончик. Хамончик. Ой. Цветная капуста запеченная. Но не люблю я ее. Так, ладно. Надо мне ноги делать отсюда. Я совсем не собиралась заходить в продукты.
Но получилось, как всегда. Хачапури. Шаурма, шаверма. Котлеты из палтуса. Ой. Мясо по-французски. Судак запечен. Ой. Ноги несите меня отсюда. И пармезана купила за полцены. А он до 24 мая. Да, цены, конечно, очень поднялись на продукты, но здесь хоть можно на скидках купить в полцены-то. А у нас в Черноморском не купишь. Не то, что за полцены. В Пуде на рубль дешевле сделают скидки. Так, ну ладно, я на кассу пришла. И чего, я раньше сюда не заходила? Надо же. Слушайте, очень приятно. Вообще. Завтра в город едете? О, только что снег шел, пока включила телефон, и снег прошел. Ну что ж такое? Заряд, видно, какой-то был. Главное, все на остановке говорят, о, снег. Блин, я бы скорее за телефоном, а он... Все. Надо же. А, снег с дождем прям временами. Тут дождик, а то прям раз и снег. Пройдет какой-то заряд. Так, ну, памяти-то нет, пришлось еще в Реал тут дома уже заходить. Забыла оливки купить. Лимон-то есть, а вот оливок нету. А где? Не тут. Так, молоко есть. Ага, и хлебушка надо взять ребятам. Так. Мой любимый финский хлебушек. Тут тоже, кстати, скидки хорошие. Просто здесь, в этом магазине, как сказать-то, ассортимент не такой богатый, как там. Но все равно, я говорю, Питер рулит прям вот у нас в Черноморском. Да я думаю, во всем Крыму такого нет. Что, мой дорогой? Пришла бабушка, скажи, сбомбила всякими запахами. Ну и мусорку все-таки перевалила. Да, что ты там нашел? Что там за мусор какой-то жует зеленый? А, это, наверное, зелень упала. Ну все, мои хорошие. Сейчас буду солянку готовить. Да. Что ты там? Что там такое? Что там такое? Ты мой золотой мальчик. Мальчик мой хороший. Вот. Ну, а с вами пока прощаюсь. Пока-пока, мои хорошие. Пока.